Главная житница страны и уникальная железорудная и бокситовая база республики Кустанайская область занимает территорию в 196 тысяч квадратных километров. Здесь сосредоточено около 93% запасов железной руды страны и 4% от мирового запаса. Почти весь железорудный экспорт Казахстана приходится на Кустанайскую область. Вскрышные работы на этом Соколовском месторождении начались 61 год назад. Руду здесь добывают до сих пор. Сегодня длина карьера составляет 3 километра 400 метров, а в глубину он уходит на полкилометра. Это крупнейшее предприятие в странах СНГ по добыче и обогащению железных руд. Здесь выпускают сырье для доменных печей Казахстана, России и Китая. Тлеубай Карбаев работает в шахте 40 лет. На его глазах комбинат пережил тяжелые времена и достиг расцвета. Горнодобывающая отрасль по сравнению с 91-м годом стала мощнее в 67 раз. Развал Советского Союза отражался на наше предприятие. Но все равно выстояли, пришли инвесторы. Потихоньку начался развиваться мощь нашего комбината. Обороты каждым годом набираются. Спрос нашего руду каждым годом растет. Более 60 лет прошло с той поры, когда в областной центр прибыл первый поезд с добровольцами на освоение целины. Сегодня свыше 20 тысяч высокопроизводительных комплексов региона занимаются зерноводством. Кустанайские аграрии одними из первых в республике освоили и перешли на влагоресурсосберегающее земледелие. Ибраш Естаев выращивает хлеб больше полувека. Правильный подход к земле и новая техника обеспечивают высокую урожайность. За 25 лет мы многому достигли. Ну, один пример приведу. Во времена Советского Союза Казахстан давал 17 миллионов тонн хлеба. Приезжали к нам совхоз по 200, по 300 машин, солдат с Украины, с Белоруссии. А сейчас наоборот. Сейчас никого не приглашаем, никого не привлекаем, но 17 миллионов тонн хлеба у нас ежегодно Казахстан дает. За годы независимости северные хлеборобы отправили на экспорт более 20 миллионов тонн зерна и 6 миллионов тонн муки. Это крупнейшая в Центральной Азии фабрика по производству макаронных изделий. Она появилась в регионе 10 лет назад. Каждые сутки с конвейера сходит по 100 тонн продукции. Ее покупают не только в Казахстане, но и за рубежом. Самое основное внимание обращаем на качество выпускаемой продукции. В основном рынок сложился сейчас стабильно. Афганистан, Грузия, Россия. За последние 6 лет в области реализовано 82 инвестиционных проекта. Объем вложений превысил 120 миллиардов тенге. Создано около 5000 рабочих мест. В числе лидеров инновационного развития – автомобилестроение. Вот так выглядел автомобильный завод в начале 90-х. Он специализировался на сборке двигателей для сельскохозяйственной техники. Тогда на предприятии думали о том, как сохранить производство и выплатить долги по зарплате. Требовалась срочная реанимация. Встать на колеса помогла государственная поддержка. Реализация инвестпроектов вывела предприятие на новый уровень. Сегодня это высокотехнологичные производственные площадки. Они занимают более 70 тысяч квадратных метров. Методом крупной и мелкой узловой сборки, которая включает в себя сварку и окраску кузовов, здесь выпускают автомобили 7 мировых брендов. С начала этого года с конвейеров сошло более 5 тысяч единиц техники. Одним из главных достижений стало освоение зеленых технологий. Заводчане выпустили пробную партию электрокаров. Запустить их в серийное производство кустанайские автомобилестроители обещают в следующем году, а пока машины проходят тестирование. По результатам проведенных испытаний Олег Комиссаров отмечает преимущество такой техники. Экология – это первое плюс. Ну и мы проводили небольшие тестирования на заряд и переводе на километр пробега, в отличие от бензина, он на 50% дешевле получается. Миллиардные вложения преобразили и кондитерскую фабрику области. На предприятии появились новые цеха и высокопроизводительные линии. Здесь сегодня работают в полную мощь и производят 65 тысяч тонн кондитерских изделий в год. В 90-х о таком только мечтали. Годы становления, где полностью загруженные линии были, только процентов на 50.
коллектив у нас был сокращен, так как мало было заявок, работы было мало. Зарплату не платили нестабильно. Кустанайские конфеты любят не только казахстанцы, но и сладкоежки из России, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Германии и Китая. Это одна из линий по производству конфет и мармелада. Она работает круглосуточно, в три смены. Здесь выпускают около 18 тонн продукции. 30% отправляется на экспорт. Бисквитный цех – новый проект фабрики. Его мощность – 9 500 тонн печенья и вафель в год. Производство обеспечит глубокую переработку зерна. Кустанай славится своей мукой, своим зерном. И все сырье, которое производит, потребляем для производства кадирских изделий, оно местное, кустанайское. И, соответственно, мы обеспечиваем работу не только наших кондитеров, но и работников мельниц и крестьянских хозяйств. Шоколад, подсолнечное масло, мясная и молочная продукция. В регионе не только производят сырье, но и перерабатывают его. В области насчитывается более 1000 животноводческих хозяйств. Они удовлетворяют потребность региона в молоке, мясе и яйцах на 100%. Последние 5-6 лет мы завезли с дальнего зарубежья где-то 14 тысяч поголовья племенных животных крупнорогатого скота. За 25 лет существенно изменилось социально-экономическое положение области. Основной индикатор – валовой региональный продукт – вырос в 360 раз. В промышленности 54% занимает обрабатывающая сфера, а еще 10 лет назад на нее приходилось лишь четверть от всего объема. За годы независимости в Кустанайской области введено в эксплуатацию 4 386 тысяч квадратных метров жилья. Построено 22 объекта здравоохранения и 16 общеобразовательных школ. Одна из них появилась в селе Перцевка. Новое учебное заведение возвели вместо аварийного здания, в котором рушилась крыша и проваливался пол. Теперь сельчане школой гордятся. Рады не только дети, рады учителя, рады сельчане. Потому что в ближайшем будущем мы думаем, что у нас будет прирост не только сельчан, но и самих учеников. Со строительством железнодорожной ветки Аркалык-Шубарколь протяженностью более 200 километров тупиковая станция Аркалык стала транзитной. Новая железная дорога существенно ускорила транспортировку грузов внутри страны. Через станцию курсируют несколько грузовых составов. Появился спрос на железнодорожников. Для них построена новая пятиэтажка. До этого в Аркалыкском депо работало 15 машинистов. С открытием ветки их количество возросло в 4 раза. Сейчас у нас в штате более 60 машинистов. К нам идут рабочие со всего Казахстана. Кустанайцев вперед ведут не только дороги, но и умение работать, выпускать качественную и востребованную на рынке продукцию, благодаря которой о регионе знают далеко за пределами Казахстана.